Шуточка по Фрейду. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов побывал у линии фронта и объяснил, что гражданская война в Донбассе закончится, когда киевские силовики возьмут Москву. Когда здесь закончите? Завтра приедут крышу делать. А когда война закончится? Ну, когда Москву займем, тогда и закончится. Находившиеся рядом посмеялись над шуткой, но как-то невесело. Похоже, что Киев окончательно решил, внутренний конфликт ему выгоден. И несмотря на увещевания из Европы, по сути, не собирается выполнять Минские соглашения. Продолжает обстрелы, фактически блокирует на встречах контактной группы вопрос о вступлении в силу закона об особом статусе Республик Донбасс. Сегодня важность.